начала русского монашества на Амуре. 11-12 века. Актуальность работы выбранной темы связана с тем, что в 2016 году будет отмечаться тысячелетие начала русского монашества на Святой Горе. Поэтому сегодня, в преддверии этой даты, важно уделить внимание тому, как началось русское монашество на Афоне. Целью нашей работы было изложение последовательности начального периода появления русского монашества на Афоне. В рамках озвученной цели были поставлены следующие задачи. Изучение источников по заданной теме, систематизация последовательности начала проявления русского монашества на Афоне, а также выявление наиболее яркой личности, связанной с поселением Афона Русского. При написании работы нами использована следующая литература.